14 лет подряд каждый год в День морского флота Украины регата «Кубок портов Черного моря» стартует на Морвокзале. В этом году в гонке принимают участие яхты из городов Южный, Одесса, Харьков и Киев. Протяженность регаты небольшая, всего 150 миль, и пройдет она по порту Одесса, Марине Сосновый берег и мысу Большой Фонтан. Все участники делятся на группы, и стать победителем может любая команда. Маленькие гоняются, ну приблизительно, да. Маленькие яхты гоняются с маленькими, средние с средними, большие с большими. Но еще раз я хочу повторить, что у даже нескоростной яхты есть шансы выиграть регату. Она может прийти первой в гонке, но в связи с тем, что у нее плохой гандикап и исправит ее время, она может оказаться за чертой призера. В регате главное не только добраться до финиша первым, но и одержать победу в гонке с форой. Финалисты получат наградные кубки и памятные дипломы. Финиширует яхта через 4 дня на Морвокзале. Мишель Арманд, Алексей Чиповский, Думское ТВ.